Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада приветствовать вас на моем канале. В сегодняшнем видео я покажу вам мои новые заказы с AliExpress, а также мой первый онлайн-заказ в приложении Faberlic. Все товары рассмотрим подробно, поделюсь с вами своим честным впечатлением обо всех о них. Все ссылки на все я, как всегда, оставляю в описании под видео. Давайте приступать. Всем приятного просмотра. Начать сегодняшний обзор я хочу с красивых сапог из магазина Taofeng. Они из натуральной кожи. Я выбрала их в черной расцветке с рельефом под крокодиловую кожу. Также у продавца они представлены в белом цвете и в бежевом, но без рельефов гладкой кожи. Размер я выбрала 6 на свою длину стопы 23,5 сантиметра. Хочу уточнить, что у меня косточки на пальцах широкие из-за того, что полжизни занималась балетом. Поэтому, если у вас косточки узкие, ступня узенькая, то вам на такую длину стопы подойдет и 5 размер. С широкой ступней только размер 6, который мне отлично подошел, ни больше, ни меньше мне не нужно. Мне очень нравится модель этих сапог, нравится, что в щиколотке они не прилегают, как и вообще вдоль всей ноги. Они очень свободно сидят, на них нет застежки, надеваются они путем натягивания на ногу. Маленький каблучок на них располагается, совсем маленький, в виде рюмочки, и очень длинный носок. Он здесь действительно длинный, тоже будьте к этому внимательны. Сапоги эти довольно удобные, но у них не противоскользящая подошва. По снегу вы в них ходить еще сможете, но по гололеду точно нет. Из-за тонкого каблука я бы не назвала их суперустойчивыми. Я в последнее время привыкла к сапогам исключительно на широком каблуке. В общем, к ним нужно немножко привыкнуть. Но после привыкания они станут вполне комфортными в носке. Следующий мой бюджетный заказ, который хочу вам показать, это серьги, которые обошлись мне в 211 рублей. Они очень красивые, очень качественно выполнены. Они в виде золотых колечек, на которые надеты кружочки с жемчужинами. Если вы перейдете по ссылке в описании, то вы увидите огромное множество всевозможных моделей и расцветок у продавца на эти серьги. То есть помимо жемчужин, они у продавца имеются с различными камнями, с различными бусинами. Есть и асимметричные серьги. Все модели у него очень красивые, и хотелось, конечно, заказать абсолютно все, но я остановилась на 3 дизайнах, другие вы увидите в последующих видео. Выполнение действительно идеальное, очень похожи эти серьги на золотые. Их носить можно и без жемчужных вот этих колечек, в виде просто классических золотых колец, и так они мне очень нравятся. Можно носить только с одной жемчужной вставкой на одном ухе, опять же сделав из этих сережек асимметричные. Застежка удобная, застегивается до щелчка, держится на ухе крепко, носится комфортно, очень стильный, очень красивый, периодически надеваю, себе, конечно же, оставила. Еще один заказ, который также отнесу к разряду удачных, это шорты из искусственной кожи из магазина JRMAY. В размере M я их выбрала на свои параметры, этот размер прекрасно мне подошел, сшили будто на меня. Выбрала я светло-бежевую расцветку. Также черная представлена у продавца. Очень красивая модель у этих шорт. Они замечательно сшиты. Боковые карманы на них находятся, хулиганы. Прострочки в виде стрелок. Обожаю этот элемент в брюках и шортах. Такой элегантности он придает, при этом заутюживать самостоятельно ничего не нужно каждый раз. Длина у них тоже очень хорошая. Все строчки ровные. Внутри мягкая поверхность, напоминающая флис. То есть они немного утепленные. Не прилипают они к коже. Замечательная актуальная модель, которая продается сейчас во множестве магазинов, но, конечно, в тех магазинах цены в 2 и в 3 раза выше. Трикотажный пуловер, каких в моей коллекции насчитывается уже 4 штуки в различных цветах. Очень люблю эту модель. У нескольких продавцов ее встречала, но всегда оставляю себе только из магазина GKR. Показывала вам недавно такой же пуловер в сиреневой расцветке из другого магазина и рассказывала, что материал там был такой, что его невозможно было ни разгладить, ни распарить. Все его помятости так на нем зафиксировались, что ничего невозможно с ним сделать. Но заказала этот же пуловер в своем родном магазине G. Carl, и все прошло отлично. После стирки повел себя замечательно и распарился буквально за несколько секунд. Выбрала я его в этот раз на свои параметры в размере 2XL и жалею, что не выбрала в размере 3XL. Он бы сидел еще свободнее, смотрелся бы еще актуальнее. Так что не бойтесь заказывать его на 2, на 3 размера больше, чем ваши параметры. У продавца 21 расцветка на него на выбор. И все расцветки очень привлекательны. Есть и мятная расцветка, и сиреневая, ярко-желтая моя любимая, и небесно-голубая, бежевая, белая, и многие-многие другие. Я с удовольствием в следующий раз пополню свою коллекцию еще парочкой расцветок. Люблю этот пуловер, потому что он отлично носится, очень комфортно ведет себя на коже, а самое главное, состав его материала 30% шерсти и 70% вискозы. И весь этот ансамбль замечательно дышит. Далее хочу вам показать очень нужный в любом хозяйстве инструмент, это чеснокодавилка. В моем доме была раньше подобная,
медная, которой было 1000 лет, но она, как оказалось, не из нержавеющей стали, а из алюминия, который окислился в посудомойке буквально сразу же после первой помывки. За обновкой я пошла, конечно же, на Алиэкспресс, нашла ее всего за 211 рублей. Обратите внимание, что на нее есть платная доставка за 67 рублей и бесплатная доставка. Платная доставка действует в пункт выдачи, то есть вы можете забрать свою посылку в ближайшем отделении Сбербанка либо магазина Пятерочка, просто набрав код и не контактируя с почтовыми работниками, минуя всяческих очередей. Я выбрала третий дизайн по порядку. Также она продается еще в трех дизайнах. У двух первых дизайнов на ручке имеется приспособление для колки орехов. Она очень хорошо изготовлена, действительно, это не ржавейка, которой ничего не страшно. И мне эта чеснокодавилка очень нравится своим дизайном, тем, что на ее крышечке находятся столбики, которые при ее сжатии полностью заполняют отверстие, то есть чеснок таким образом вы можете выдавить до последней частички. В моей старой на крышечке была просто гладкая поверхность, и постоянно в отверстие забивались вот эти вот шарики чеснока, которые было сложно вымывать каждый раз, и вообще продукт тратился. В общем, здорово, что там у меня окислилась в посудомойке, я нисколько не жалею, потому что иначе я бы не купила вот такую новую, очень хорошую, очень красивую. 3220, кстати, на нее заказы. Следующий мой заказ снова из раздела бижутерия. Это замечательные серьги, которые обошлись мне в 94 рубля. И вы только перейдите по ссылке в описании и посмотрите, какое огромное множество цветов и дизайнов имеет продавец на подобные серьги. Эти серьги вы у него найдете и в розовой расцветке, и в красно-черной. А также многие другие красивые дизайны также с разными расцветками. Цены у этого продавца замечательные. Все модели интересные, необычные, очень актуальные. Тоже глаза разбегались, но все-таки не устояла от заказа нескольких моделей сразу. У продавца снова имеется и бесплатная доставка, которую вы можете выбрать вручную. Также можно выбрать, допустим, несколько сережек, заказать их снова в пункт выдачи в ближайший постамат. Я как только увидела эту модель сережек, мне сразу ее стало надо. Знаете почему? Потому что нижняя их часть, вот эта желтая, напоминает мне ловец снов. Пусть по форме он, наверное, не совсем как ловец снов, но вот я думаю, что это ловец снов, и мне очень нравится так думать. Я еще эту модель в другом цвете заказала и покажу вам ее в следующем обзоре. Насчет расцветки вообще не раздумывала, потому что говорю вам об этом постоянно. Мне так нравится в последнее время желтый цвет. Я просто какое-то наслаждение невероятное получаю, когда я его вижу. Более вот у меня прекрасный мой желтый пуловер. Точно такой же, кстати, как фиолетовый, который я вам показала до чистокодавилки. Это, пожалуй, самый любимый пуловер в моем гардеробе. Итак, серьги за свою цену выполнены замечательно, выглядят отлично. На 1000000% советую. Очень разбавят и усложнят ваш образ. Следующий заказ по праву можно назвать очень полезным. Стоит он 662 рубля. И говорю я сейчас об уличной лампе, которая не требует никакой зарядки, никакого электричества, никаких батареек, потому что она сама заряжается от солнечной батареи. Лампа эта уличная, вы можете ее повесить на территории своего дома, если у вас есть собственный дом, либо над своим подъездом, если вы живете в общественном доме. Недостаточно освещения над вашим подъездом, за 662 рубля проблема будет решена. Прикручиваете его, допустим, под своим окном, и этот светильник каждый раз будет загораться, реагируя на движение. Кто-то проходит, он включается, через несколько секунд он выключается. Также очень удобно ставить такие светильники над, допустим, вашим автомобилем, чтобы всегда видеть, кто и когда мимо него проходит, и кто возле него задержался, если свет не выключается долго. По ссылке вы этот светильник увидите в разных дизайнах, я выбрала в третьем дизайне. Также можно его в нескольких штуках заказывать, и такие комплекты обойдутся намного дешевле. Последний сегодняшний заказ с AliExpress — это куртка. Она водостойкая, из магазина J.R. May. В двух расцветках она представлена у продавца, в бежевой расцветке и в красной. Я выбрала, ну, сами видите, какую. Размер я выбирала самый маленький, S. Он отлично подошел на мои параметры. Ни больше, ни меньше я бы не выбрала сейчас, уже зная этот размер. 3600 рублей стоимость этой куртки. Вы можете пойти в ней в любой дождь, в любую сырость. Наденьте на себя капюшон, и ни одна капля до вас не достанет. Действительно, очень классный материал. Внутри куртки находится мех белого цвета. Он очень мягкий, очень красивый, эстетично здорово смотрится. Ни желтого, ни серого цвета. Его ворсинки не скатавшиеся. Курточка действительно теплая. Застегивается она на молнию. Дальше закрывается на кнопки и еще на три пуговицы сверху. Она удлиненная, закрывает бедра. Действительно удачная, красивая и очень комфортная модель. А далее я хочу показать вам, да и сама наконец рассмотреть, свой первый заказ из магазина Faberlic. Раньше я никогда сама в нем не заказывала, но у меня были парочка их товаров, которые мне очень и очень нравились. Сейчас я решила вплотную заняться изучением их товаров. Я зарегистрировалась у них на сайте, ничего не покупала,
покупала через посредника, заказала все сама в своем личном кабинете и получила отличные скидки. На 3000 рублей я купила огромное количество средств и собираюсь продолжать делать подобные заказы. Если вам нравятся средства этой фирмы, тоже очень советую вам зарегистрироваться и самим очень хорошо экономить. Я, наверное, буду собирать команду, поэтому, если хотите, подписывайтесь под меня. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Будем с вами выполнять различные задания, получать за это бонусы, подарки и покупать много всего интересного с хорошими скидками. Доставка всего за неделю. Постамат магазина «Пятерочка». Пришла, набрала код, получила свою посылку, принесла домой, распаковала и сижу, радуюсь. Коробочка очень красивая. Первое, что я нахожу в коробке, это чек на весь мой заказ. Второе, обязательное, что кладется в посылку, это новый каталог. Здесь можно увидеть замечательную акцию, можно получить очень хороший подарок, если выполнить всего пару условий. Первое средство, которое я заказала, это гель для стирки цветного белья. Он очень красивого персикового цвета, с нежным ароматом. Обошелся он мне всего, представляете, во сколько? 239 рублей. Это очень концентрированный гель, нужно его совсем чуть-чуть, чтобы постирать огромное количество белья. Я его уже испробовала, он действительно прекрасно отстирывает, при этом сохраняет вещи цветными и яркими. Второе средство, которое я выбрала, это гель для стирки белого белья. Тоже его уже, конечно, протестировала. Действительно, тоже нужно его совсем чуть-чуть. И постельное белье, полотенце, белую одежду. Он стирывает замечательно, не делая ее серой или желтой. И третье средство из этой же линейки. Гель для стирки черного белья. Его также уже испробовала. Он с черным красителем идет. То есть, если ваши вещи уже потеряли черный оттенок и стали серыми, этот гель их обратно в черный цвет покрасит. А вашим черным вещам не даст полинять. Четвертое, что я выбрала. Это средство я очень хорошо знаю. Я им активно пользовалась раньше. Это пятноудалитель жидкий. То есть, им нужно побрызгать ваше пятно, оставить вещь полежать в таком виде немного и потом закинуть в стиральную машину и постирать. Если пятно свежее, не въевшееся, не засохшее, вы увидите, как это средство сразу же его удалит, нейтрализует. Если же пятно въевшееся, можно его несколько раз побрызгать средством и затем уже постирать. Следующее, что я взяла, сразу же, как только увидела, это комплекс с коэнзимом Q10. Это уже пищевая добавка. Из семян льна он получается. Натуральное средство в виде масла, заключенное в капсулу. Очень полезное для женского организма, для поддержания молодости и красоты. И также в качестве антиоксиданта это средство работает. Следующее, что я выбрала, это уже классический порошок для белого белья. Тоже его уже протестировать успела. Все отлично отстиралось. Как вы знаете, я имею огромное количество белого белья. И мне порошков для него нужно немало. Следующее средство – это маска для лица. Она называется «Маска красоты». Она глиняная, зеленого цвета. Но причем очень мягкая, нежная, не сушащая кожу. И когда ее смываешь с кожи, ощущения легкие, нежные, кожа такая гладкой становится. Не пересушенной, повторюсь. Эту маску я хорошо знаю. Она Faberlic уже многие-многие годы продается, меняет свои баночки, упаковочки. И как-то много лет назад у меня была такая маска, я ее израсходовала до последней капли. Она очень нравилась и мне, и всей моей семье. И, собственно, заказ этот Faberlic я сделала именно благодаря этой маске. То есть изначально пошла именно за ней. Следующее, что я выбрала, это уже продукты питания. И первая из них — это каша гречневая с тыквой и семенами льна. Обошлась она мне всего в 127 рублей. Очень интересные здесь такие мелкие хлопья. Еще не пробовала. Когда буду показывать вам мой следующий заказ, я расскажу вам о своих впечатлениях об этой каше, если успею ее попробовать к этому времени. И следующее — это суп карри с чечевицей, который обошелся мне всего в 135 рублей. Готовый суп в пакетике. Точнее, все его ингредиенты уже готовы, ничего не нужно добавлять. Нужно просто его сварить. Очень люблю такие полуфабрикаты, потому что времени на готовку у меня совершенно нет. А здесь еще и состав такой полезный, поэтому обязательно будем пробовать. И последнее, что я выбрала, это соль с низким содержанием натрия, которая называется правильная соль. И здесь все элементы в ней сбалансированы так, как нужно, чтобы не было у нас переизбытка каких-либо веществ. Небольшая баночка с отверстиями сверху, очень удобная в применении, которая всего в 143 рубля мне обошлась. Итак, вот таким был мой первый заказ с Faberlic. Я очень довольна абсолютно всем сервисом и качеством продуктов. Если вам нравятся товары этой фирмы, пожалуйста, напишите мне, что вы советуете мне заказать в следующий раз. Вместе с вами попробуем, протестируем, расскажу вам о своих впечатлениях. И не забывайте перейти по ссылочке, если хотите зарегистрироваться и заказать эти или другие товары с очень хорошей скидкой. Вот таким был сегодняшний обзор. Я очень надеюсь, что он был интересным и полезным для вас. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Также в этом же описании я оставляю актуальные промокоды на распродажу 1111 на AliExpress.
час, которые будут действовать с 28 октября по 13 ноября. Количество их ограничено, поэтому успевайте воспользоваться ими и сэкономить. Для дополнительной экономии я оставлю в описании также ссылку на кэшбэк-карту банка Raiffeisen, после заказа и получения которой вы будете копить кэшбэк абсолютно с любых покупок, в том числе и с покупок еды в ресторане, с поездок на такси и так далее. Кэшбэк начисляется рублями каждый месяц на вашу карту, никаких баллов, никаких фантиков. Обслуживание всегда бесплатное, переводы в другие банки без комиссий. Никаких подводных камней, эта карта с вас не вытянет ни копейки, а наоборот поможет вам заработать с любых ваших трат. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите его лайком. Для вас это одно нажатие, для меня такая огромная помощь в продвижении этого видео. Я действительно очень старалась, и который с продажи 11.11 подготовил для вас огромный марафон обзоров. Поэтому перейдите в раздел видео на моем канале, чтобы не скучать, посмотрите уже готовые, созданные мной обзоры. А на сегодня прощаюсь с вами, до завтра, до моего следующего видео, а также очень жду вас в комментариях под этим. Всем до скорых встреч!